Короче, решили мы ограбить казино. Сначала все было хорошо. Илья был в роли пилота. Ну. Ой-ой-ой, у меня что-то загудело. А-а-а! Мэйдэй, мэйдэй! Сёма был в роли мастера боевых искусств. И отдельного упоминания заслуживает Евгений, который обеспечил нас всем необходимым для этого дела. О, Евгений сэнпай! Ну и, собственно, я. Первое, что вас ждет, если вы решите пройти это охуеннейшее ограбление, это просто хуева туча этих долбанных, никому не нужных подготовительных миссий, которые скучные и однообразные. Благо, пока мы их проходили, звание пилота перешло от Ильи ко мне. Покинуть корабль! Отставить! Далее Евгений сказал, что это будет последняя миссия. Все, после него мы пойдем на ограбление, но это, блядь, была наебка, чтобы мы продолжали играть в это говно. Помогите доставить хакерское устройство в игровой зал. Блядь, а где Биба? Иди ты нахуй, блядь. Агент Лупа, прием, доложите обстановку. Залажу в отверстие. Агенту Лупа, если увидите приближающийся агент Боба и Биба, открывайте огонь на крючок. Можно я украду все-таки ключ, Андрей? А, ты сам себе. А, нормально. Если я на выход выпулил. Ой, блин. По-моему, у агента Лупы произошел квантовый диссонанс. Остановись! Нам сейчас надо будет спиздить грузовик, и, короче, этот грузовик сюда. И это будет последнее подготовительное знание, потом мы можем начать. Не очень будет заебись. Агент Боба, как вы это понимаете? Че, ласт того? Она... А за нами какие-то красные опять. У тебя двигатель отказал? Нет. Как-то нет, у тебя двигатель отказал. Нет. Да как это нет? Я слышал, у тебя один двигатель отказал. Нет. Почему тогда мы падаем? И что, нам сейчас подбирать его вещи? Иди сюда. Хорошо, папа. А, она у меня на своих, кстати. Будь таби. А у нас парашюты есть? Да. Да. Хороший вопрос, знаешь. Да. Сука. Сёма единственный, как человек нормальный, вышел. После того, как мы разобрались с этим говнищем, нам оставалось только подъехать к хранилищу, не привлекая внимания, проникнуть в него, просто спокойно взять деньги и незаметно выйти. Всё, уходим. Всё, отменяй анимацию. Всё. Ка. 1 900 000 почти все вытащили. 7 6. Он бежит. 3 секунды. Ты не успел, шаг, Илюша. Твою мать! Будет ты по тревоге, блядь. Ну, сейчас будет жопа, но мы все равно выйдем. Ладно, одновременно на счет 3. Мы не вышли. Блять. Бля. До него добежать. Это провал. Ой, руина. Ну все, короче, сейчас заново все делаем четко и заебедно. Ух ты! Смаслели, пацана! Вот видишь, Илья, блядь, к чему твои приколы приводят? Ты заебал, блядь, Семен! Ты сам виноват, говорят, на 10 секунде. Так он вышел на 15-й вообще. Не хватило. На 14-й я отошел от этой хуйни, блядь. Ну так, а надо думать. Я ж не виноват, что он побежал как пельмень, блядь, вареный, сука, блядь, со скоростью 1 метр в год, блядь. Затем нам пришлось заново ехать в это ебучее казино, чтобы уже не накосячить на этапе взятия денег и пройти уже по-нормальному. Не, я подпер дверь, он застрял. Не, он там, он круги там наворачивает. Взламывай третий. Не, че, где пацаны? Я вижу, чисто, блядь, застрял. Взламывай третий. 300 IQ гейминг, блядь. Он прошел, блядь. Он идет. Я вышел. Я вышел, чтоб меня... Все, запалился! Ну ёбаный рот! Какие 20 минут, ты чё? Ну мы успеем за 20 минут, гробаный. Да не, конечно успеем. 2 часа мы проходили эту хуйню. Ну давайте. Красава.
Блядь! Контрол, он же живой, из контрола! Во, другое дело. Во. Охрана в могиле, но там чувак на это все смотрит, вон с security, ему все отлично видно. Агент Боба пошел. Агент Лупа, что вы делаете? Не такой теперь главный, да? Он делает сексуал харассмент к трупу этого охранника. Блять, я запоролся. На последний? Да. Блять, да что такое? Игрока Фаергот заметили охранники, блять. Я-то, сука, тут при чем? Понятно, кто тут руина, понятно. Сейчас будет. Сейчас нормально, все, Илюша сосредоточился. Надо было пивка, блять, выпить для рывка. Вот трезво играешь, из-за этого. Раз ты с пивком, давай я все-таки взломаю. Трезво играю, все из-за этого. Господи, пытался! Только не умрите. Нет, ну что вы делаете? Господи, боже. Подходите под камерой, очень аккуратно. Блять. Забейте. Очень аккуратно под камерой. Очень аккуратно пошёл за ним. Всё, Russian, насрать. Russian. Значит так, план. Агент Биба, блять, все нахер порушил. План. Говорит, под камерами проходим аккуратненько, и прям под камерой чувака хуяк, блять. Да. Капец, мы такие лохи, это вообще... Так, блять, надо потому что нормально встать и нормально, блять, пройти. По одному, ни руки, по блядь, одному, двери может. Не палиться, нихуя, просто я встать и пройти нормально. Это с контрола атака, по-вашему понимали. Так надо было пистолет. На шифте прям пролетаем. Она закрыта! Нет, открыта, чё ты? В смысле открыта? Хорош! Пацаны, подождите, сейчас я. Идут сюда. Сейчас мы его эркой. Илья, блять, у меня дверь. Просто беги. Вот сюда за мной. К вам пошли. Вот сюда, за мной. Мы бежим. Блять, а я медленно хожу. Хули. Все, Илья, давай. Блять, двери. Блять, все вообще, блять, форсмак полный, блять. Илья, да ты шаг нахер, дверь. Да, блять, дверь не открывается. Я, блять, бегу в нее, блять. Она просто меня выталкивает. У меня то же самое было. Поэтому я и говорю, что я не знаю, что вдруг она открылась. У вас. Я опять внизу, блять, еду на лифте, короче. Ебать! Я же заебался это делать. 2 часа тем временем мы сидим. Приключения на 10 минут зашли-вышли. Женя вчера говорит, типа, да в принципе мы могли это, сейчас за часик все пройдем абсолютно и дополнительное. Блять, ограбление. По-моему, проще было не ебаться, просто, блять, нормально задание, блять, выполнить за 10 минут, блять, каждое. И, блять, уже бы, блять, закончили давным-давно. Кто орёт, дикхэт? Блять, ну чё вы, вот... Нахер пиздить охрану мертвую, расскажите. Пизду эту игру. Это Даша вот мысль сказала хорошую. Сходите без Ильи, блядь. Да иди ты нахуй, блядь. Сколько раз ты на форсмачил? Один, блядь, единственный удар. Но я, блядь, вообще молчу же, блядь. Я, знаете, что сейчас вспоминаю? Андрей почти каждый раз этого охранника просто превращал его труп в кусок мяса. Его не полили. Вот видишь, Илья, блядь. Он просто я стоял и кидал его теперь пульса, своего пульса. Пока окончательно не устанет его пинать. А, блять, я отошел, как только увидел, что все пошло по пизде. Там Женя накосячил. Нет, это я был. Я увидел, как трупы пинают, блядь. Я пинал труп, короче, и меня увидели. Каким образом? Это было за стеной. Да, но меня спалили. Блять, я хуярил этот труп, находясь, блять, прямо напротив двери, мне ничего не сказали. Вот видите, я ж говорил. Блять, игра просто ебанутая. Напротив двери ебошь похуй за бетонный... Блять, ладно, все. Да почему ты жив-то еще? Это же так... Эрка. Это, блядь, все как надо, нахуй. Серьезно, ты? Ты же без оружия. Ты без оружия. Да какая разница? Так разница, он ваншотит только оружие. Какая, блядь, разница? Он же дох со стелсом. Что не так? Почему до этого-то он умирал? Берешь оружие, нажимаешь Эрку. Блять, кал говна из жопы, нахуй, ёп. Да все, вот тебе лифт, блядь, на, дверь меня запили, блядь.
Вот, все вместе. Ехай нахуй, блядь, на нем. Он в Солярном уехал. Семен, блядь, нахуй уехал сам. На, у дверей, блядь, не стой. Блядь, одна дверь открылась. Ёбаный рот. На лифте уехать вчетвером. Это не я, блядь, дурак, нахуй. Отправил меня на лифте одного. Куда, блядь, я тебя отправил на лифте одного? Ты, блядь, сам съебался. Ты кнопку ета, блядь, не можешь не нажимать, блядь, пока все не зашли, блядь. Один, блядь, кнопку дверь и съебался. Второй, блядь, крыш дрочит нахуй двери. Она, блядь, не закрывается из-за него. Он, блядь, стоит. Одна закрылась, одна, блядь, не закрылась, блядь. Блядь, жопа уже горит у вас, блядь. А потом мне скажут, блядь, потом меня спрашивают, почему я, блядь, скатываешься в алкоголизм? Потому что, блядь, потому что. Фу, блядь. Почему ты скатываешься в алкоголизм? А чё Андрей-то у плиты этой стоит, блядь? Какой? Пусть Илья взламывает. А, это Илья есть. Дурак, ш... Ой, блядь, мозг уже потик. Да вы одинаково выглядите, блядь. Алло, блядь, бачок, ебашь эту хуйню, блядь. Сейчас он подойдет поближе. Да нахуй его туда-то везти, мы его в тот раз, блядь, там завалили в коридоре вообще, блядь. Мне поебать. Я посрался. Давай, блядь, обосранный. Вызывай лифт, нахер. Да вызываю, сейчас я тебе запилю, блядь, лифт. Он на 81-м этаже, блядь, давай мне его быстрее подавай. Агент Биба, блядь, работайте активней. Агент Боба, блядь, работает тут, блядь, за всех, блядь, как обычно, нахуй. Агент Боба, работайте активней. Вашу эффективность и эргономичность мы обсудим позднее, блядь. Да, блядь, банана нету. Ты знаешь, как без банана сложно, блядь, взламывать? Третьей руки вообще не хватает, блядь. Капитан Дебилов, отсудите у него 25% и прочитайте мне, блядь. Капитан Боксеров, блядь, лучшая правая подача, блядь, на Диком Западе, блядь, отъебитесь от меня. Для хрупкой девушки, которая бьет по баллистическому этому шлему, это нормально, блядь. А, нихуя, их до пизды, блядь, все. У меня вышел, у меня сразу... Ты инвалид, Илья! Да, блядь, мне сразу два, блядь, дробовика въебал, отсунули, блядь. Я не инвалид, я ебучая минетиста с надорванным очком, блядь. Перекаты человечества. Да, блядь, какие нахуй перекаты, блядь. Представь за секунду, что ты там ниндзя, ебакайся, босрыш. Подумаешь, портки в говне, но ты же можешь перекатываться. Илюша, надо двигаться, чтобы по тебе не попадали. Так, блядь, я и так двигался, как черт, блядь. Ты двигался в конвульсии на полу, дурак ты нахер. Дважды отъехал. Как ты это сделал вообще? Расскажи, что за них? Я вышел из лифта, мне сунули дробовик в ебало, и я скончался. Мы на молитве там втроем вышли. Тупо, святое братство нас поддерживало, и мы как-то выжили, я не знаю. ХП уже не видно было. Убей его, нахуй. Я решаю тебя из списка. Блять, Илья сегодня захлебнется в пиве. Все, давай, открывай это говно. Я работаю, блядь. Снова работаешь. Надо было Ишака нанять, он хоть катается, нас бы повозил, блядь, по этому казино. Агент Боба. Не отвлекай, слушай. А он замутился, что ли? Ребята, я умираю, блядь. Всё, я запилил нам дверь. Сейчас раньше времени не уедьте только. Блядь, сказал нам Сёма! Сука! Сейчас это, блядь, сделано, нахуй! Поехали. Опять ждем, когда он дойдет до сюда. Так, я не буду этим заниматься, кто-нибудь другой. Кто ответственный? Я его оглушу. Давай, блядь. Отъеби его, заебись. Все, проходим. Резко, влево. Он палит вас. Бежим.
Бежим, прибежаем. Все пробежали? Нет, меня не палят. Я крою. Давай. Блять, не блочь на дверь, блять. Бежим налево, быстрее налево. Блять. Сука, я даже ствол не успел, блять, выхватить, сука. Ебись ты кругом, блять, прикрывал их, блять. Я его зажал в двери, короче, и по нему стреляли в спину. Стой, блядь, на дверь мне, блядь, подпирает. Я прикрываю, братик. Сука, где? Что сейчас? Сейчас опять, блядь, заруба будет, блядь, жопы нам отрывают. Сейчас мы пробежим на изи, Да, пробежим на изи, слышал я эту фразу 100 раз. Бежим за жопу. Направо. Резко направо, и они ваншотятся в голову, все хорошо. Давайте тачку угоним эту, блядь. Нет, мы не берем их в фургон, в него нельзя сесть, он закрыт. А как мы все в одну-то сядем? Не сесть в одну машину. Они же трехместные. Они четырехместные. Они тут и двухместные. Значит, давайте вот две разных. Семен, давай, поехали быстрее. Ты сядь сначала. Я сел, все, едем нахуй. В горы, иди в горы. Блядь. Я уже накликиваю. Откройте, блядь, окно мне запили. Блядь, Женя, твоя динамика отхода меня просто нахер поражает. Блядь, сука! Сука, не вздумайте проиграть. Он сел на днище, так, блядь! Колёса сиди, земли не хватает. Сиди, я же говорю, сиди. Нормально. Да нихуя! Да блядь, почему это опять так сработало, херово? Так, сейчас вырулим. Руина! Вырулим, я сказал. Куда ты вырулишь? Она горит! Беги! Блядь! Долбоёб, сука! Беги сюда ко мне! Попробуй в горы, хули ты по трассе едешь? Мы спрячемся под мостом, да, под мостом. Хует. Под каким мостом, блять? Нас сейчас ёбать придут. Все хорошо. Не паникуй. Только без паники. Нам колеса пробили. Это говно стало. А почему от нас бежит? Реки. Давай коповскую тачку спиздим. Я, блять, поведу нахуй. Вообще тебя за руль садить. Вон, сейчас машину там возьмем спереди от нас. Блять, как трудно без колес ездить. Реки, едь. Я, блять, к тебе не сяду нахер. Реки. А шо ты начал? Почему у меня заново появилось уйдите от полиции? Что вы делаете? Я стою. Мы дрифтим. Дрифт. Токийский драфт. Похеру, я просто еду на ваши метки. У меня опять это, уйдите от полиции, и я пропал меткой, и опять пятизвездочная погоня. Вы убийцы? В смысле мы, блядь, сидим? Я не знаю, что вы делаете. Загораем, короче. Оно появляется. Блять, запиши ему, пожалуйста, клип, что мы делаем. Ну, блять, это рекордно. Да хватит пинать тачку, блять, ты сейчас копов спровоцируешь, нахуй. Нихуя, блять, не спровоцирую, это ж не труп охранника за двумя бетонными стенами. А, и типа вот подводка, попробуйте разными способами теперь ограбить эту хуету, да? Пошло нахуй, блять, разными способами, вот. Это был самый легкий, пацаны. Оно может нахуй разными способами. Но вот, есть еще самый легкий, это штурм, но при этом нужно обязательно выполнить задание по поставкам. Причем на 10 из 10 нужно выполнить, чтобы у них были пистолеты. Фу, блять. Фу, поцелуй с женщиной, недопустимо, да, Илья?